Вооруженные силы Украины подтвердили завершение окружения российской группировки в районе Лимана Донецкой области. Об этом сообщил представитель украинской армии Сергей Череватый. По его словам, в последние дни в Лимане и его окрестностях закрепилось порядка 5-5,5 тысяч российских военных. Ранее президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил действия своих войск. «У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые значат для нас очень много». Украинские власти заявляют, что совершенная в пятницу ракетная атака на гуманитарный конвой в Запорожье была преднамеренной. «Эти удары были преднамеренными. Вы видите, что здесь, в этом районе, нет ни одного военного объекта, ни одного скопления техники, и их здесь не было». «Скупчения техники и не было». «Здесь всегда, каждый день находятся только гражданские лица, которые перемещаются на временно оккупированную территорию. Это пожилые люди, женщины с детьми и семьи». Российские войска обстреляли гражданскую автоколонну на выезде из Запорожья в пятницу утром. В результате погибли не менее 30 человек, еще 88 получили ранения. Среди жертв и пострадавших есть дети.